Инфотех в этом году пройдет традиционно осенью, 23-24 октября 2024 года. Состоится он на тему, на которую мы на прошлом форуме уже договорились. Александр Викторович поддержал, Максут Игоревич также поддержал. Это будет тема «Искусственный интеллект. Лучшие практики в госуправлении, в коммерческой отрасли, ну и в муниципальных образованиях». Тюменское IT-сообщество – это такое хорошее сплоченное сообщество, которое привносит какие-то новые идеи, обратную связь дает, поэтому мы хотим, чтобы инфотех в первую очередь он был направлен на эффективность обсуждаемых вопросов и принятых решений для тюменского бизнеса, IT-сообщества, ну и, конечно же, для всех заинтересованных. С искусственным интеллектом мы работаем уже не первый день, не первый год. Первое направление, с которым мы уже плотно работаем, это сфера здравоохранения. У нас уже там определенные успехи есть, которые оценили на федеральном уровне. Это направление безопасности наших жителей, это наш безопасный город, это информационно-интеллектуальная система, все, что касается транспорта, также там присутствуют элементы искусственного интеллекта, ну и все, что касается виртуальных помощников, голосовых помощников, которые уже отвечают на запросы наших граждан, предпринимателей. Также в Тюменской области эти проекты присутствуют. Я также принимал участие с Валерием Николаевичем Фальковым на базе ТГУ, как раз был форум, посвященный искусственному интеллекту в высшем образовании. Было интересно послушать и поучаствовать в обсуждении тех примеров и кейсов, как уважаемые ректора Российской Федерации видят применение искусственного интеллекта именно непосредственно в своей деятельности. Ну, было много интересных идей, жарких дискуссий, и мы, конечно же, некоторые направления будем поддерживать, если они утвердятся и придут в Тюменскую область.